Салам алейкум, работяги. Сегодня мы хотим обработки гороха. Будем работать на тумане. Сейчас покажу процесс раскладывания. Так, первое мы что делаем? От кнопка 1. Выдвигаем вперед. Ушел скрепление, он у нас ушел вперед. Вторая вот кнопка номер 2. Раскидываем по бокам. Потихонечку она раскидывается. Все, раскидали. Теперь идем, снимаем стопор. Почему стопор снимаем заранее? Потому что когда уже крылья полностью разложишь, то он начинает раскачивать его, и неудобно. И то вот сейчас его надо будет расталкивать. Вот, а потом убираем вот сюда. Убираем вот сюда. И все. Так, едет у нас Джон Дир водовоз. Туман помыть не успели. Чуть-чуть пыли, но нормально. Так, дальше. Дальше кнопка номер 3. И раскидываем. Дальше. Ширина у нас 28 метров. Красиво раскладывается, как кран. Все. Теперь выравниваем для заправки, чтобы ему удобно было подъехать, встать. Встали. Включаем насос тарелки. Подъехал Джон Дир. Водовоз 16 тонн. Для заправки мы поставили вот такой гидрант пожарный с краном. Сейчас будем его разматывать и ставить. Так, первым делом подключаем шланг, но кран не открываем, пока подачи воды у нас не пошла, кран не открываем. Поставим, ставим на заправку, поднимаем, сбиваем здесь давление, открываем кран на смеситель, но этот кран пока не открываем, пока вода не пришла. Давай. Иди, иди. Все, вода пошла. Открываем. Подача воды. Продолжим, когда все зальем. Мы заправили. Что мы делаем дальше? Выбираем новое задание. Пишем имя. Солнце отсвечивает. Ничего не видно. Покажу вам лучше округу.
сам не вижу, экран тем более не покажет. Во. Поздали выполнить задание. Так, сейчас будем выравниваться, создавать точку А, точку Б и ехать. А вон начерчена линия. Едем теперь по навигатору. Скорость у нас 18-17 км в час. Автоотключение стоит. Вот он вот так. Подруливаем. Ровно. Так, от такого движения.